нового Экскалиуса 4-го, может, даже мы его разыграем. Девочки, познакомьтесь, это ваша новая сестричка. Приятно познакомиться, приходи к нам в семью. Маш, давай играть в Бейблейды. Ага, разбежалась. Сначала ты поиграй со мной в Лолы. Да, ну что, тебе жалко? Поиграй со мной в Бейблейды. Бейблейды не интересно. Это твои Лолы не интересно. Ну и ладно. Дети, ну что, вы уже все подготовили к розыгрышу на Волтрека 3? Да, вот, готовимся. Ага. О, отлично, я сейчас вам помогу. Да, было бы хорошо. Экскалиус 3. Дети, ну вы научитесь собирать свои игрушки. Ну ноги ж поломать можно. Ну вот, сломала Экскалиуса. Ой, извини. Может, купим нового Экскалиуса X4? Об этом пусть тебе помогут твои друзья-подписчики. Если это видео
наберет 1000 лайков, тогда я куплю нового Экскалиуса 4-го. Может, даже мы его разыграем. Ребята, помогите нам набрать 1000 лайков. Может, мы его даже и разыграем. Лайки, лайки, лайки. А теперь к розыгрышу. Итак, розыгрыш на Волтрек V3. Кто же сейчас станет счастливчиком? Ну что ж, ребята, прежде чем запустить розыгрыш, мы еще раз вас предупредим. Подписки должны быть открыты. Это было условием конкурса. Тимофей, нажимай. Кому же сейчас повезет? Так, что-то ты не то нажал. Давай, вот так. Маша начинает болеть. Мне сейчас повезет. Давай. И счастливчикам супер игру, братья. Братья, ну вы на нас не подписаны. Ребята, вы не открыли подписочки, ведь мы предупреждали, сняли видео специальное. Сейчас еще раз, конечно, проверим. Нет, к сожалению, переигрываем. Подписки не открыты. Так, давайте еще раз. Кто в этот раз нажимает? Я. Давай, Маша. И кто сейчас станет счастливчиком? Майка уже сейчас повезет. А повезло Евген Дар. Я участвую, пожалуйста, можно я выиграю? Я не выигрывал в конкурсах аж 10 раз. Но в этот раз ты, Женя, выиграл. И я вижу, что ты на нас подписан. Сейчас мы перейдем на твой канал и посмотрим, открыты ли подписки. И подписки открыты. Вот наш Женя подписан на канал Team Vintage. Женя, поздравляем тебя! Джека, этот Бейблейд твой. Не забудь написать адрес. А кто хочет Экскалиуса X4, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Team Vintage. И Маша. Пока-пока.